Под утро приехала полиция. Сестер Хачатурян вновь обвинили в нарушении закона. У сестер Хачатурян вновь проблемы с законом. Девушки нарушили меру пресечения, а также не на шутку всполошили соседей. Сестры виделись друг с другом, хотя это было им запрещено. Кроме того, они нарушили закон о тишине во время празднования дня рождения Марии. Девушке исполнилось 18 лет. Растревоженные соседи вызвали полицию, чтобы торжество поутихло. Где-то с 9 на 10 был день рождения у Марии. Были сестры там, много друзей. В общем, пьянка большая. Дело дошло до того, что под утро приехала полиция, стала их успокаивать. Рассказал один из жильцов дома, которому не повезло стать невольным участником шумного праздника. Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов сделали девушкам предупреждение, заглядывали на огонек и представители ФСИН. Они якобы опрашивали живущих рядом с Марией людей. Как сообщает телеканал 360, в последнее время в обществе младшие хачатурян часто замечают молодого человека. Предположительно, юноша встречается с Марией. Приходит-уходит, своими ключами открывает. Мать появляется редко, еще какая-то девушка живет вместе с ней. Парень остается у нее, утром уходит, потом возвращается. Часто его видно, отметил сосед девушки. Внимание на экран. Лет вам сколько? 18. Много выпил. 20. Кроме того, адвокат потерпевшей стороны Ольга Халикова тоже рассказала о шумной вечеринке. Соседи жалуются на шум, громкую музыку, распитие спиртных напитков. Нарушают общественный порядок. У нас есть документ, подтверждающий, что полиция выезжала по адресу, где содержится Мария. Отмечали день ее рождения. 18 лет, там были все сестры Хачатурян. Впрочем, защита девушек все отрицает. Адвокат Алексей Паршин так высказался по поводу случившегося. Это неправда. Информация о якобы имевшихся нарушениях меры пресечения следствием проверялась, и не раз, и не нашла своего подтверждения. Никакого режима девочки не нарушали. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Малышева дала рецепт секретного чая от рака. Была вишенкой на торте. Бузова появилась в Кремле в БДСМ-костюме. Требует серьезного лечения. Малышева поведала о последствиях герпеса. Асмус дерзко отреагировала на проклятие Собчак. А можно и Героя России? Исаева потребовала присвоить Началовой высокое звание посмертно. И многое другое.